Всем привет, с вами Эльфаночка, и в этом видео мы с вами поиграем в игру под названием «Один дома». Смотрите, тут есть первая часть. Давайте в нее поиграем, потому что мы в эту игру не играли, мы ее не проходили. И сейчас ищем там, где только один игрок. Все, нашли, погнали. Опа-на! Так, это, наверное, наши родители тут. Да не дают прочитать спокойно, что-то там, мы там уходим, что-то там, закрой шторы и сделай... Я не понимаю. Опа-на! Отсылочка на ФНАФ. Наш любимый... Находи предметы, что-то там, ля-ля-ля. Прячься от монстра, ну понятно, все понятно, хорошо. Смотрите. А что с нами? Все, я поняла. Так, покорми свою собачку. Давайте покормим собаку. Видите, какая милая собачья, смотрите. Правда, она очень затемненная, потому что тут темно, но она реально очень миленькая. Что мне еще можно сделать? А, тут прятаться? Вау! Тут прятаться можно. От кого мы будем прятаться? От каких-то пришельцев, видимо. Ой, какой котик. Прикольно, мило. Мы сказали мило, реально мило. Так, помой посуду. Ну, помыть посуду это хорошо. Это еще не сложно. А, все, готово. Все, моем посуду. Ой, как долго. Ну, ладно, ладно. Посуду, в принципе, мыть можно... Нужно качественно. Чтобы она была чистенькая. Только мы ее как-то странно моем. Мы просто воды тут налили и все. Обалдеть. Ты помыл посуду, ура! Так, заказать пиццу? Нет, давайте потом. Яблоко. Яблоко надо. Яблоко нам нужно. Кока-колу. А, мы их кушать можем, да? Хорошо. Мусор убрать надо. Наверное, на втором этаже. Мы побежали сюда. Так, мы, видите, у нас тут тоже есть выносливость. Закрыто. Это ванная. Тут ничего годного нет. Прикольненько сделали. Так, алло. А я могу это взять? А это взять? А это взять я не могу. Ну ладно. Что за звуки? Где мне этот мусор убирать? Хорошо. А, это по порядку, наверное, надо. А, вот еще мелким шрифтом написано. Куда-то курицу какую-то поставить. В смысле, какую курицу? Куда ее поставить? Алло. Где курица? Где эта курица? А, вот. Вот это сюда. А курицу где взять? Это курица? Нет, это не курица. Ну, а где курица? Это что такое? А, твой инвентарь заполнен. Да, точно. Давайте попьем. Теперь вот так. Трэш. Все. Все, я поняла. Он просто как-то странно выглядел. Опа-на. Ой, как тут темно, как тут стрёмно. А, тут еще собака наша была, да? Собачечка. Собачка наша хорошенькая. Где вот тут этот мусор выкинуть? Все, нашла. Ну что, кто-то звонит? Где звонит? Это телевизор у нас? А, это телевизор работает, хорошо. Это что? Стул какой-то. Понятно. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? А, нам же я вспомнила. Нам же... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ё-моё, я испугалась, кстати. Тут какие-то звуки странные пошли. Обалдеть. Какие-то еще тут документы есть. А где эта курица, кстати? Ну-ка. Тут курицы нет. Тут курицы. Где курица? В холодильнике. 100% должна быть в холодильнике. Холодильник, откройся. Нет? Ну ладно. Давайте теперь найдем эти документы. Нам надо напечатать.
Вот эту вот штуку мы берем. Все, я поняла. Сколько нам надо этих документов напечатать? 5 штук. Хорошо. Готово. Все. Ладно. Давайте вот этот, что ли, пока уберем. Почему бы и нет, серьезно? Что за ерунда? Что на столе-то вообще? Все. Я так понимаю, мы выполним это поручение, и что-то будет. Так, это что? Угу. Швабру надо где-то найти еще. Может, на кухне? Да, реально, может быть, на кухне. Мы побежали сюда. Вот швабры. Если вопросики летают, значит, нам это надо. Тогда все понятно. Все, побежали в нашу комнату. Где тут она у нас? И вот здесь... А, нет, это не то. Это не то. Нам сюда надо. Все. И убираем вот эту вот ерунду. Это что? Понятно. Мы тут еще под кровати можем залезть. Видимо, вот эти вот кружочки. Это значит, мы тут еще можем прятаться. Хорошо. Ну все, я убралась. Все. Где тут еще? А, вот еще. Все готово. Есть. Теперь у нас последняя. А, нет, не последняя. Нам какую-то курицу надо найти. Тут фонарик. А фонарик может и понадобиться, кстати, да. А они... Они Да что здесь происходит? Вот телефон, все, звоним. Ой-ой-ой, как громко. Давайте убавим. О, здорово. Я чего-то там, я бы хотела такую-то пиццу. Ага, угу. Ну, я вот что-то помню, то, что тут... Не-не-не, я вам не открою. Я вам не открою. Не, я вам не открою. Все, отстаньте. Отстаньте. Я вам не открою. Я вам не открою. Не пытайтесь. Ой, не-не-не. Ну, можно, конечно, открыть, но я что-то не хочу плохую концовку. Я поняла. Я наконец-то поняла. Победа. Давайте курицу, короче, сделаем. Ну и эту пиццу вообще. Так даже полезнее будет. Хоба. Все. Все, прячемся. Опа! Что-то началось страшное. Обалдеть, просто обалдеть. Страшно, вообще страшно. Серьезно. Свет-то грязь-ка погас. Эй! Там кто-то смеется, там кто-то ржет. Мне смешно, вот вам смешно, а мне обидно. А мне страшно. Я тут буду сидеть. Чего? Чего? Я не поняла. Да не... Что происходит? Мне куда-то бежать надо? Ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Наверное, надо было бежать в эту вентиляцию, но я тут решила посидеть. Серьезно, нас сейчас эта ерунда может найти. Она ходит так, да? В D passage of time is... Чего? Ты чего там говоришь? Отстань от меня. Там какие-то штуки подсвечивают. Ой, какой нос. О, нос стрёмно ржёт.
Нам тут выживать надо будет, да? А можно я выйду там? Ничего же страшного не случится, если я выйду просто. Мы тут уже по реальному времени. Я, конечно, там на монтаже чуть-чуть подмонтирую. Может, некоторые моменты там скучные. По реальному времени у нас... Мы уже 20 минут это проходим. Что-то сказали. Опа-на. Опа-на. Да я не хочу отсюда выходить, мне тут хорошо, удобненько. Хорошо, спокойненько. Правда, тут стрёмно, конечно, сидеть. Темно. Но мне кажется, выйти из нашего убежища тоже не выход. А если мы выйдем? Так, смотрите, тут у нас что-то красненькое написано. Турн, поверни, винти... Или не поверни? Опа-на. Так, нет-нет-нет, залезь обратно! Там это чупакабра. Была прям, я ее видела. Я прям ее видела! Обалдеть! Нам нужно как-то тут выживать, я так понимаю. А каким образом? Здравствуй. До свидания. До свидос. До свидос. До свидос. Я не вылезу отсюда. Мне здесь хорошо. Она тут ходит. Она тут ходит. Я, кажется, поняла. Вот когда идет надпись какая-то, значит, можно передвигаться, наверное, да? А пока нельзя. Здорово. До свидос. До свидос. До свидос. Адьос. Адьос. До свидос. Что? Что такое? Что? Что это было? Ты что такое? А, мне дали бейдж, пожиратель. Мы вернулись. Что произошло? Где он? Кто сделал это? Да действительно, кто же это сделал? Смотрите, у нас, видимо, какая-то плохая концовка, то, что нас сожрал этот монстр, и все. Ну, в принципе, игра крутая, только я бы не понимала, что мне делать вот с этой вот штукой. Ну что ж, ладно, а на этом у меня все. Всем пока и до скорых встреч!